500 метров съезд. Поверните направо. Вы так эти выполняя, не мешая людям работать. Следующий комментарий. Да все спецслужбы работают по другому образом. Никто не святой. Дальше. А разве Путина не было в КГБ? Следующий комментарий. Возможно, когда Америка распадется, мы узнаем очень много интересного про ЦРУ, не так ли? Вот это будет веселый момент. Следующий комментарий. КГБ не распался, а просто было изменено название на ФСБ. Они до сих пор занимаются всем этим дерьмом. Просто под новым именем. Thank you.
делаешь, блядь? Ну зачем? Ты что сделал, ты придурок, блядь? Ты что сделал, блядь?